Привет, друзья! Сегодня мы с вами продолжим играть в Epic Liquor Journey. И в этой игре мы, собственно, сегодня открываем следующий уровень. Видите, за 20-ку мы с ключей открываем с вами, разблокируем это место. Окей, отлично, пройдем этот уровень, откроем дорогу к другим. И посмотрим, что нас здесь ждет. Что это за зонтики? Держись зонтиком, господи. Что за дичь? Так, ну-ка, удача. Удача, мне нужна удача. Ой, ё-моё, я забыл ее добить. Так, мне нужно больше, чтобы критов улетало. Мне кажется, это будет хорошее подспорье для нас. Так, 8000 необходимо заработать на нормальный блок. Без нормального блока я дальше не смогу идти. Урона, в принципе, хватает, а вот блока нет. Поэтому без блока никуда не пойду. Единорожка как у меня тут вылазит. Слушайте, как-то странная локация такая интересная. Вот это вот, особенно слева, там, где у нас тентакли торчит из озера. И напоминает Властелин колец, собственно. Что это такое вообще? Что я бью сейчас? Я даже не знаю, что это вообще за животные тут, я не понимаю, откуда они. Я в такие, собственно, игрушки не играл и не могу понять, откуда все эти. Может, конечно, я туплю дико. О, вот это нормально, это что за ктулху вылез у меня тут, а? А куда ты вылез, а? Залезай свой обратно на дунной бассейн и не спускай из него воздух, там, воду. Так, отлично, свалил. Да, потратили, конечно, немало. Статик ит. Так, понятно. 70. Нормально. Продаем. More DPS. Я думаю, пока оставим. Пока оставим вещи необходимые. Ну-ка, нанять товарища. Ой-ой-ой-ой-ой. Даже не знаю. Зелье с КП стоит 3500. У нас не так много денег, чтобы ими разбрасываться. Перейдем к карте. Что у нас открылось? Оу. Оу, что здесь? За забором. Мы попадаем в море, в Эджбис. Так, о, лучник с присосочками. И цветочками вместо оперения. Слушай, а мне нравится, мне нравится. 9550, да ну, я офигеваю. Вот это, конечно, нормальные призраки. Это реально Мордор, слушайте. Он не только видит, он слышит. Видите, вот с башенка Сарумана, который... Или Сарумян, кто из них, я не помню. Оу, Варк. Тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, Дикий Восток, Wild West, Mount и Catch Me. Catch Me я не помню, что значит. Ох, как же... Это кто? Это что за Огр? Нет, не Огр. Это... Хотя может быть Огр с арбузиком вместо, знаете, это Ири такой, чтобы далеко не убежали, тяжелее было. Оу! Белый маг наш, типа псевдо-белый маг. Так, ой, что я сделал? Ладно, валим отсюда. Зачем я 5000 вложил в... Да. Не всегда я, бывает, делаю то, что бы надо нам делать. Так, кажется, нет. Сюда нам надо. Меня же там порвут на запчасти. А тут и буду отхиловаться. Та-дам, там-тарам. Так, отлично, по-быстрому сейчас нафармим. Надеюсь, и денежек нафармим, всего остального. Так, мы 32 уровень уже, и это происходит у нас довольно быстрый кач, и мне нравится. Нравится, слушайте, сколько бабла пролетает, это все, наверное, из-за хорошей удачи, которую мы вкачали сейчас с вами. Так, еще немножечко, что же у нас тут? О, ну, Фредди, ну успокойся, ну что ты меня каждый раз владишь? Мне нравится эта ламба, которая стоит там, теперь никуда не пытается ехать. Кстати, а почему никуда не пытается ехать? Поздравляем с одним ключом. Нет, я продам все, куда-то уехала. А, это зонтик, мне показался какой-то эпичный меч поначалу. Ну что ж поделать, эпичный меч, так... Так, чувак, много бабла ты принесешь мне? Наверное, все-таки... да. О, ведьмочка. Старая знакомая, скажем так. Мы частенько с ней тут дрались. Сами помните, ребята. Так. Слушайте, ДПС они вносят не так много, но и не слишком приятно с ним воевать. Вот, посмотрите. Посмотрите, что они творят. Так. А, что у нас там? А, удачу качать можно. Я забываю. Need шампу. Шампу, может, шампунь ему нужен. Потому что башку помыть, я не знаю. Но, почему Мама Мия написана здесь? Она не похожа на Маму Мию. В общем, какая-то странная девушка-призрак, которая постоянно пытается, видимо, что-то, кому-то что-то впарить, накормить, не знаю, или сама поесть. Но не может это сделать, поскольку она призрак. Понял, продаем. Забираем, переходим к карте. 1800 это не так мало, ну и немного, собственно, по меркам-то большинства наших
прошлых приключений, когда мы зарабатывали куда больше суммы. О, bulletin catch, catch me. Так, ну-ка, давай. Давай, more DPS. Я думал, его убьет. Какие-то не очень такие вот, видите, у нас. Ну что, давай, ну что-нибудь. Я должен, думаю, завалить его довольно быстро. Мне надо 8000 накачать бесполезные шмотки. Ну, видите, реально, это не так много приносит, как я бы хотел, но суккуб, суккуб, это просто нечто. Слушайте, прикольно, отрисуем, видимо, суккубы и вот эта вот женщина Франкенштейна неплохо смотрится. Так, я не знаю, у меня, в принципе, more DPS работает. Fringer of Doom. Интересно, интересно. Так, а что мы сделать мы можем? Да, я думаю, да. Просто возьмем, продадим все это к чертям. Так. 4700, надо еще немножечко заработать. Давайте, пока у нас происходит... А, хотя ладно, здоровье. Так, 4700, еще немножечко. Давайте сходим сюда. Посмотрим, что нас здесь ждет. Возле... Мама Мия! Опять они пытаются своих замаскировать. Как их зовут-то, я забываю. Типа не орки, а... Да, фиг понять, урки, блин. А, это из Мэджики такое ощущение, что он выполз. Потому что такие прикольненькие шмоточки на нем. Так. Так, 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 так. Эй, 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 да. Сколько? Два косаря? Да вы что, шутите, что ли? Да ну нафиг. Я так долго... Лучше бы я купил шмотку на них, честно. Два косаря забрать, охренеть. Это процент у вас, ребята. Ой, да. Да, я в шоке. Я просто в шоке. Необходимо сейчас будет набрать... ХП набрать, да набрать всего необходимо сейчас будет. Ой, давайте пройдем вот этот вот левелочек. О, мы выполнили немножечко так. Надо бы больше ХП набирать. И, собственно, ждать того момента, когда мы сможем их побеждать более легко. Так, сколько? 3900. Так, Lord of Gold. Оп, help me up, save a fellow. Пойдет, слушайте. Мне это нравится. Так, мы можем... Хоу! Heal me up! Отличная, слушайте, фигня. Мне она нравится. Она одноразовая. Аррррр. Ну что, давайте к индейцам сходим, что они нам покажут. О, слушайте, хорошая локация, мне нравится. Мне нравится. Мы, жаль, конечно, в одного сейчас сражаемся с Арумяном и прочими его прихлями. Жаль, у нас нету мастер-шефа So Good Looking или Del Webin. Перков не сказал, шмоточек, которые... дебаггер! Отлично, дебаггер. Уничтожитель багов. Но у нас как таковых багов нету, поэтому уничтожать-то и нечего, так подумать. 11 тысяч за Медузу Гаргон, да вы что шутите, что ли? Хейтеры пришли бы и помогли мне лучше. Давай, еще быстрее, клики. Ну, родименькая мышечка, выдерживай этого, я даже не знаю, что называется хорни. Что это за черт такой, будто он, не знаю, из Диабло может выполз, не похож на Диабловского, но, по крайней мере, на... А ты кто? Это Балагор или Благор, как он там назывался, Властелин Колец, я забыл, как чувака звали. Так, еще парочка, у меня все здоровье все меньше. Ух. Еще немножко. 6800 у меня уже. Я не хочу потерять эти деньги просто так. Так, когда у меня останется слишком мало ХП, я думаю, что... Я сейчас должен выжить. Еще одного убил. И последний. Кто ты такой? Big Bang Theory. Да ладно. Вашу... Да! За что? Я почти накопил деньги. Я не знаю, меня трясет теперь от этой игры. За что так реально поступать? Я не понимаю, какого хрена все бабло-то надо было сожрать. Вы возьмите половину хотя бы. Или... Долго не играешь, как в такие игры. Забываешь вообще правила, блин, вселенной. Ну что мне теперь делать? Я почти прошел, совсем немножко, парочка кликов буквально оставалось. Я бы его завалил и получил кучу бабла. А тут я просто... Соснул, так сказать, ну. Большой-пребольшой я. Соснул я. Просто. Подичаешь, я не знаю. Большие бугурты, блин, деревня.
приехал, блин, ко мне. I am guarded. Что это значит? Я был еще на фулку от Хилан, я вообще не понимаю, как это могло произойти. Жесть. И ни ключа теперь, ни здоровья, ни уровня. Зашибись. Я не знаю, пошлите сюда сходим, полупим их. Ох, сколько бабла придется заново теперь фармить. А ну давай, 64 домогать я буду вписывать, хотя это особо не скажется на нем. Ай, блока хотел побольше, блин, получить. Блок хотел мне. Ага, размечтался. В одно место мне вставили в итоге. Мой блок с моим щитом и мои 8 косарей просто улетели. Взяли и просрались. Давай. Давай. Ты че тут ем? Размажу просто по экрану. А ну ты, кликит фиксатор гребаный. Сдавайся. Ну, блин. Так, этот быдло-рэпер, как он, T-Rex-рэпер, я не знаю, как его базу вообще. Так, давай, Ханагодзилла сейчас развалится, а у нас просто бит, просто реально у меня горит. Горящий кликер, я не знаю, мог больше, like a phoenix. Давайте так вот, что он дает, я даже понятия не имею. О, спасибо, ребят, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, надеюсь, у меня больше не будет так пригорать, и таких ситуаций больше не будет. Ну, пойду я гореть, взрываться и материться на все вокруг, что увижу. Всем пока, до новых встреч.